Нет, я просто там хочу просто показать банки, как ставятся. И сфоткаем. Смотрите. Печень. Здесь. Угу. И желчный пузырь, да? Угу. Хорошо помогает. Если вдруг у вас будет пациент, который с болью, да, вот не может вот терпеть, можете ставить сразу вот прям, где болит пиджама, да? Угу. Прям туда же вот. На печень и сбоку ставится, и сзади тоже можно поставить. По грудной клетке или... Там отпало. И ниже, вот видишь, у него как бы... У каждого, то есть разница есть, там бывает чуть ниже, то ближе, да, сансей? Если холецистит, и туда вот. Нет, если поджелудочная железа, я имею в виду. Можно и туда ставить. Нет, здесь уже как бы ставится вот центр, вот по бокам идет на сердце. Угу. Вот, который вы хотите вот прям пудять. По центру. По центру. То есть, побольше. Вот где вот эти остальные банки? Ну, а там под ним поменьше. Не, еще вот. Вот пакет внизу. А, да, вот там в коробке. Нет, в коробке нету. Нет, в коробке. А что там еще вот там? В пакете в этом. Ну они-то уже использованы в пакете-то. Да ничего страшного, все равно всем это надо. Ну. А, вот эти можно. Вот эти поменьше, как бы поудобнее, да? Во время пандемии. Вот эти точки, то есть там есть. На атласе, да, это обязательно если делать. Ну тут зависимость от банки, то есть побольше, поменьше. Да. Как поставить. Я даже на горло ставлю. Все больно, что ли? Как ощущение? Это не больно. Нет, надо убрать вообще. Нет, не больно. Я себя хоть сюда и сюда весь ставлю. Очень. Неприятно, но если при вот простуде, вот даже вот когда кашель сухой, угу, долго не проходит. Можете смело ставить любому другому. Но это в книжках нигде не найдете. Угу. Насчет этого. Ноу-хау. Да, ну не то, что ноу-хау. Понятно, да? Здесь на сердце. А вот на похудание вот можете вот поменьше. На похудение? Да. Ну тебе не надо худеть, ты так нормальный. Как кипарис. Да? Стройный, как кипарис. Да. В общем, точек очень много. Но хотя бы если вот вдруг пандемия будет, вот, вот эти точки там есть конкретно указаны. И кровь дотягивается, пускай. Кровь. Обязательно. На пупок покажи, как поставить. Да. А, на пупок здесь как бы, когда живот болит, желудок, это сухой ставится вот с четырех сторон. А влажный можно? Нет, влажный сюда. Как бы не видел, в принципе, если захочешь, никому если не скажешь. Почему нет? Только никому не скажешь. Вот. Если у человека живот болит, там понос. Угу. Всякие, вот это вот четыре штуки. Ну только сухой. Сухой ставите там, ну это себе спокойно можете поставить, если вот как вы вот понос там всякие. Минут 15-20. То есть здесь кожа толстая, качество здесь вообще самый высший сорт. И худеть, да, можно с помощью? Нет, с помощью худеть сюда надо. Да. То есть для похудания только получается только по грудине, да? А смоки свыше там, а это на живот, то есть не так. Не, на живот это вот когда селлюлит, миллюлит, вот тогда вот, угу, тоже ставится. Я вот делаю из ручки, вот себе на живот иногда бывает, вот ставлю. Ну, делаю как бы, да, для себя. Я вам не рекомендую. Видели, да? Эта точка тоже отсеется. Угу. Куда нет? Ну, конечно, с волосатыми работать трудно. Обязательно брить, купите эту машинку, на ноль ставите. Ну, надо работать спокойно. А вот то, что этим всяким немножко... сложновато работать, и эффект будет очень мало. Вот так же вот с вашим с волосами работали, но видите, как мешает там. Живот заработал офигенно. Вот уже, да, чувствуешь? Угу. Кровь пошел. Меня снимаете? Да? Ос. Так,
Ну, начинаем. А для сердца где еще точки? Начинаем. А? Вокруг сердца? Да, вокруг сердца, вот по бокам. Я есть еще сзади тоже ставлю. Ну, у вас я вам скину, там есть все. То есть там четко написано. В районе сердца перебиваю, не знаю. Да. И когда вот бронхит, например, вот легкие сюда, то есть вот эта передняя вот эта часть, как вот на пандемии, на вот это все хорошо. Да, бронхит сразу легкий ставим, да, и плеврит всякий. Сразу проходят вот эти, например, кашлю, вот, ну, мучается, если вот не выходит вот сзади, переди там моментально. И греть. Пропускание. Да? Эх же, врачи-то про это не знают, а то подкрепят. Где соски не ставим? Как? Где соски не ставим? Синяк, синяк останется. Не-не, это ненадолго. Видите, ну это банку надо поменьше. На лицо на столе, тоже на можно. На столе поменьше банки. Да, есть. Вот на... Это пройдет. У меня были еще меньше банки есть. Вот, во всем маленькие. Да, ну, да, и... Спали с толщиной такие. Ну как бы... Ставьте везде. А сколько минут? А? Сколько минут? Ну недолго, но тоже это кровопускание делать надо здесь. Я делаю. Проблем нет. Ну, поменьше надо, видите, банки не подходят. Вот эти три точки на зрение. Раз, два, три, вот эта часть. Это плохое зрение. Да на мне посмотри. Есть, есть. Ваня, на мне посмотри. Есть. Да я видел. Вот это самое важное. Чтобы человека, ну, у него изменится, то есть, хотя характер там поменяется, не знаю, если у него там какие-то дурные какие-то эти есть, ну, человек сам не может контролировать. Раза три вот сделали, все, он спокойно стал. То есть, это на практике, вот я не один раз делал, вот поэтому всем рекомендую. Хоть старый, хоть молодой, когда на голову хотят, обязательно вот побриться на лысо, вот как наш Вячеслав Сергеевич. И получилось у него хороший хиджаб. Вот сейчас после этого он улыбается даже. Посмотрите. Смотрите на него. Да. Слушай, а ты говорил на голову, там сухую очень не ставит долго. Он креатит, когда поджелудочная будет. Где у нас поджелудочная? Ну там конкретно на панкрет. Вот эти все точки работают. Вот. Именно вот насчет поджелудочного, вот этот нет, самый желчный пузырь и болит этот печень. Вот прямо вот ставите, делаете, моментально помогает, вот боль снимает. Понимаете? И боль снимает, и диабет, да, наверное, лечит, да? Лечит. Потому что вот когда вот ставите банку, видите, вот как бы набирает, и здесь собираются все токсины вот эти гадости. И вирусы всякие. И когда вот надрезали, вот все выходит, и моментально человек вот улучшает. Моментально. Это в моем практике, не знаю. А там вы уже дальше вот будете работать, это вот, как будете изучать потихонечку.